социальных сетях были опубликованы снимки армянских сепаратистов, уничтоженных вчера в результате ответных мер азербайджанской армии. Согласно информации, они участвовали в обстреле из стрелкового оружия позиций наших подразделений, расположенных в направлении села Галайчелара Агдамского района, с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Напомним, что в результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Али Бакиров. Представляем фотографии ликвидированных сепаратистов. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.